Всем привет! Привет! Нам тут один хороший человек рассказал, что в Германии есть такое событие, называется фло-маркет. Это что-то типа ярмарки, барахолки. Да, люди выносят, распродают свое добро по дешевке. В общем, идем прогуляемся, посмотрим, что это такое. Может, что-то перепадет интересное. Говорят, что для немцев это целое событие. Они приходят не столько купить что-то, посмотреть на что-то, сколько поговорить, пообщаться, поторговаться. Даже говорят, там концерт может быть, еще что-нибудь интересное. В общем, посмотрим, покажем. Детские велики. А? Там детские велики. Ой, я вижу еще велики. Вон колонки. Тихтела колонки. Тут много игрушек подают. Прям как у нас на базаре. Салаты на выбор. Цены не на всем есть, надо спрашивать. Детей можно поразвлекать, поесть. То, что продается. Ручная работа. Там еще что-то. Тут уже съестные всякие продукты. Базарчик очень маленький, Марк, и мы уже возвращаемся обратно. В основном хлам какой-то. Катя подрывала тумпа голову. Вот свинюшка. Нашли на фломарте дешевенькие, ну как дешевые, по сравнению с остальными дешевые велосипеды. И купили два. Вот это его. 25 евро. Здесь было по 20, но он как-то странно выглядит. А это мой, такой женский вариант. Сейчас поеду с этой, 25 евро. Ну, мне кажется, он чуть-чуть серьезнее из-за того, что он чуть-чуть толще. Хотя нет, короче. В общем, сейчас нам выдадут бумажку. В этом здании, это ратуша местная. Мы делали себе анмельдунг, то есть мы здесь регистрировались по месту жительства. И прямо рядом есть вот такая вот штука. И ты можешь любое время суток прийти и подкачать велик. Вот мы тоже решили воспользоваться и подкачать наши покупочки. Купили велики. Пробуем ехать домой. Такие страшные, ужасные велики. Я не знаю, пока мы просто катаемся. Да, на велике жизнь гораздо веселее. Здоровый образ жизни. Hello. Hello. Короче, мы увидели сегодня впервые, что такое фло-маркет. Но, видимо, так как это небольшая деревенька, то он был очень маленький. Там практически нечего было выбирать. Там продавались в основном старые вещи какие-то, игрушки, что там еще было, посуда. Какие-то ржавые железяки, скворечники. Были новые вещи, прям новые. Там джинсы, ветровки висели. Ну, очень. Как целый киоск, целый бутик был такого. Вот. Но мы не смотрели, сколько это стоит. Потому что нас это не интересовало. Были парочку людей, которые продают детские велосипеды. И были люди, которые продают взрослые. Один там взрослый стоил сколько? 600? Нет, 95, извините.
Один взрослый мы видели за 95 евро. Прошли чуть подальше и нашли. По 40, по 45 и по 25, который мы купили. Там был еще один по 20, но он был очень... Ну, он был уже еще более уставший, чем те, что мы купили. И вот, то есть мы в Заражский фломарт приобрели себе велосипеды. И на этих велосипедах мы потом приехали благополучно домой. 7 километров проехали. Приходите на фломарт. Может, вы найдете что-то интересненькое. Покупайте велики, подписывайтесь на канал, пишите лайки, ставьте комментарии. Чус! Что? Пишите лайки, ставьте комментарии. Давай, ну ладно, пусть будет так.